Несмотря на то, что выпал снег уже довольно хороший слой, но негодяи на джипах опять нам разбили всю лыжную трассу. Приходится сейчас ее с нуля восстанавливать. Хотя неделю назад мы грейдером все прошли, выровняли. Сейчас все разбито. Ну, попробуем привести в порядок. И в субботу ждем любителей конькового хода на лыжную трассу, на городскую лыжную трассу. В этом году мы для того, чтобы предотвратить выезды несанкционированные на квадроциклах, на джипах, часть лыжной трассы сумели огородить, поставить забор. Ну, надеемся, хоть кого-то он остановит. Ну, а так вообще обращаюсь, ну, к владельцам вездеходов. Не выезжайте на лыжную трассу, вы портите нам лыжню. Находите себе другие места для катания.